Друзья, всем привет! Мне одна из подписчиц посоветовала одно средство, сейчас в этом видео вы все увидите, которое отмывает буквально все с одного пшика. Я решила попробовать и сегодня поделюсь с этим средством с вами, ссылочку напишу, название напишу под видео, и вы увидите, как оно работает. Вы знаете, я прям от него в полнейшем восторге. Вот один раз пшикнули, и любая посуда отмывается прямо вот сразу, буквально сразу. Это средство называется Чудодей Экспресс, и он предназначен для удаления пищевых загрязнений. Компания наша российская Химитек. У меня на даче в бане очень много вот такой вот посуды. Холодная вода, отмыть достаточно сложно, поэтому я тут собрала все и на ваших глазах все буду отмывать. Буквально, ну не знаю, сколько мне там времени уйдет, но времени вообще практически не затрачивается. И единственное, вот у этого средства такой немножечко рисковатый запах, поэтому это все я делаю на природе, на даче. Первая моя больная тема — это тазики. Ну, то есть мы их используем в бане, но вот за 2 года посмотрите, какие они стали. Я пробовала разными средствами, тяжело отмывается, поэтому они у меня лежали до поры до времени. И смотрите, что получается. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Вообще пластик достаточно сложно отмыть, потому что у него есть такие микро царапины появляются, то есть в процессе эксплуатации, и туда забивается грязь, и вот она достаточно сложно удаляется. Если использовать, например, железную щетку, да, для того, чтобы почистить, то пластик дает такую шероховатость не очень хорошую, потом грязь будет туда забиваться еще сильнее, то есть вы поняли, о чем я. И вот посмотрите результат. Я прям довольна на 100%. Вам всем от души советую, если вот у вас есть подобная посуда. Я, кстати, это средство пока еще не использовала на металлической поверхности, на металлических поверхностях. Буду пробовать, если у меня что-то получится, конечно, обязательно вам покажу. Но в этом видео я вам покажу полностью, как я очищаю свой пластик, пластиковую посуду, все, что есть у меня тут на даче. Друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. Как всегда, все ссылочки под этим видео. До следующих встреч. Всем пока-пока.